Привет всем, меня зовут Лобастов Павел, и в этом видео я поздравлю нашу женскую половину с их праздником, с 8 марта. Итак, девушки, женщины, я вас всех поздравляю с вашим праздником, с 8 марта. Желаю вам оставаться такими же яркими, прекрасными, красивыми. Оставайтесь такими же счастливыми, энергичными, жизнерадостными. Я желаю вам счастья, любви, благополучия, конечно же, финансового благополучия. Я желаю вам найти того самого человека, своего мужчину, с которым вы проживете всю свою жизнь счастливо и ярко. Если вы его уже нашли, то просто продолжайте его радовать собой, какими-то, может быть, вкусностями дома, если вы умеете классно готовить. Продолжайте красиво одеваться специально для него и просто старайтесь жить ради него и ради себя. В этот замечательный праздник я вас поздравляю искренне, прям искренне желаю вам всего самого наилучшего. А вам, парни, да-да-да, я знаю, у меня 70% аудитории на канале это парни, поэтому я вам желаю поздравить с этим праздником всех своих любимых девушек, мам, бабушек, может, девушек. Так сказал, как будто у парней дофига девушек. В общем, парни, я желаю вам поздравить всех ваших... мам. Че я несу? Заново. Короче, парни, поздравьте свою маму, своих бабушек, может быть, сестер, если они у вас есть, ну и, конечно, свою девушку, женщину. Если у вас ее нет, то, блин, че вы, мудаки, бегите быстро искать, уже 8 марта на носу. Вы че, ребята, блин? Давайте, бегом. Ну и, само собой, отправьте это видео, может быть, подругам или... кому-то, ну, кого я уже перечислил, маме, бабушкам, может быть, сестрам, ну, или просто каким-то, ну, замечательным девушкам. В общем, отправьте это видео, это поздравление обязательно, они его увидят и порадуются, что именно вы отправили его им. Также, скоро это видео уже подходит к концу, да-да-да, такое вот короткое видео. Скоро появится три окошечка, короче, по углам, там будет первое видео про как выбрать iPhone, то есть как покупать БУ iPhone, ну, с рук, так сказать, чтобы вас не обманули, как, ну, правильно его выбрать. Я записал это видео, обязательно посмотрите, кликните. Следующее видео будет про то, какой вам сериал посмотреть. И еще третье видео будет про мое путешествие в Москву, то есть мой влог. Ну, и четвертое там будет панелька, кнопочку «Подпишись». Обязательно нажмите и подпишитесь на мой канал. Ну все, с вами был Лобастов Павел. Такой вот день. Девушки, еще раз вас с праздником, с 8 марта поздравляю. Вот такое вот видео, короткое, да. Я ничего не придумал, придумал записать это видео, вас поздравить, порадовать. В общем, все. Пишите комментарии, ставьте лайки, я, может быть, взаимно вас там пролайкаю, может быть, напишу вас что-нибудь на стенке. В общем, давайте, дерзайте, делайте репосты также у меня на стене ВКонтакте. Все, с вами был Лобастов Павел уже в какой раз. Пока.